Так, модный московский хит называется «Менты хуже пидорасов». В буквальном смысле, естественно. Давно за Карадону ехали все евреи, но не стал Гегемон добрее или мудрее. Все флюра дросят ментам от шпаны до министров, а в качестве главных врагов теперь гомосексуалисты. Но по последним новостям этого часа проблемы по ментам реальней, чем по пидорасам. Ведь кто нападает из темноты? Менты. Кто выставляет блокпосты? Менты. Ага. Кто забрал все твои деньги вчера? Мусора в бога душу их мать. А пидорас обычно хочет просто отсосать. Прагматично, да? Подруга сказала, у вас тут опять как при КГБ. Они шли с вокзала, у них ничего не было при себе. И тут подъезжает, как это по-русски, УАЗик. И три милицейские хотят посмотреть мой коричневый глазик. Каждый сам на себе изучает свою природу, каждый сам по себе отмеряет себе свободу. И меня изумляет, когда кто за меня что решает. А хуй, блядь, ментовский при этом во рту ему не мешает. Ведь по последним новостям этого часа проблемы по ментам реальней, чем по пидорасам. Ведь кто нападает из темноты? Менты. Кто выставляет блокпост? Менты. Кто забрал все твои деньги вчера? Мусора в бога душу их мать. А пидорас обычно хочет просто отсосать. Спасибо.